Детский сад номер 310 в Советском округе снесут. Постановление о его ликвидации подписал мэр Омска Сергей Шелест. Напомним, учреждение на проспекте Мира 65А, которое могло принимать 100 детей, не работает с 2018 года из-за аварийного состояния. Конкретные сроки сноса пока неизвестны. Однако уже ясно, что на этом месте появится новый детский сад. Согласно документам, строительство планируется на 2022-2023 годы. Новое дошкольное учреждение будет больше. Проект рассчитан на 210 мест. Заказчиком выступает департамент строительства мэрии. Проектировщиком выступил горпроект. Помимо плана самого проекта, специалистам предстоит разработать транспортно-пешеходную схему для учреждения, продумать озеленение территории, заняться освещением и парковкой. В какую сумму обойдется новый объект системы образования городу, не сообщается. Однако известно, что средства будут выделены благодаря участию Омска сразу в двух госпрограммах – развитие образования и развитие системы образования Омской области.